Здравствуйте, ножки! В кабинете психолога педагогической коррекции справили 5-летие благотворительного фонда «Дара», благодаря спонсорству которого дети с особыми образовательными потребностями могут получать необходимую реабилитацию. В 2019 году благотворительным фондом «Дара» при поддержке Фонда развития социальных проектов «Самрук-Казна-Траст» был открыт наш кабинет. Для детей с особыми образовательными потребностями появилось очень много возможностей для занятий с такими детками. Также открылось несколько кабинетов. Это кабинет сенсорный кабинет, кабинет Монтессори, кабинет социально-бытовой ориентации, леготека, а также много других оборудований для наших детей. В центре комплексную психолого-педагогическую помощь могут получать дети с самого рождения до совершеннолетия. На сегодняшний день в кабинете реабилитацию получают 48 детей. Действуют 9 специальных кабинетов. С детьми занимаются логопед, дефектолог, психолог, инструктор по лечебной физкультуре. В 2021 году благотворительным фондом «Дара» наш кабинет был приобретен тренажер Гросса для детей с ДЦП и с нарушением опорно-двигательного аппарата. На что мы хотим выразить огромную благодарность благотворительному фонду «Дара». По цвету подходит? Нет, ну пускай. Так. Вот и два волка, да? Мы сюда ходим уже 6 месяцев. Младшая дочка у нас с синдромом Дауна. И вообще коллектив здесь очень доброжелательный. От имени депутатского корпуса поздравил с юбилейной датой и пожелал процветания коллективу кабинета председатель Экибастузского городского маслихата Нияз Макраев. Он отметил ряд работников центра благодарственными письмами. Зибигуль Бурабаевна Арзбаева. Дзюту кабинет дефектов мулань мне. Бабенко Виктория Александровна, педагог-психолог кабинета психолого-педагогической коррекции города. Учащиеся специальной школы номер 6 к юбилейной дате подарили гостям праздничный концерт.